интернете тонны рекламы, и представителям бизнеса крайне сложно добраться до целевой аудитории, а пользователю найти нужную информацию. BitClave хочет поменять ситуацию и построить систему, в которой были бы исключены посредники. BitClave объединит потребителей и предпринимателей. У нас есть возможность поговорить с генеральным директором BitClave. Здравствуйте, Алекс. Рад вас видеть. Привет. Тоже рад вас видеть. Расскажите, пожалуйста, в чем суть проекта? Как у вас появилась идея его создания? Конечно, прекрасный вопрос. Я долгое время проработал в области безопасности и защиты конфиденциальности данных, и последние 5 лет очень интересовался управлением данных и тем, как люди могут монетизировать свои данные. Один из основных вопросов на сегодня — это то, что Google и Facebook и другие компании, они как бы изымают наши данные и зарабатывают на этом. Очень много прибыли получают. Мы над этим работали некоторое время и обсуждали несколько направлений. И нашли способ монетизировать данные и объединить пользователей и предпринимателей напрямую и исключить посредников. Звучит здорово. А можете описать преимущества BitClave для предпринимателей и для пользователей? Конечно. Итак, для обычных пользователей все предельно просто. Сегодня все ваши данные монетизируются крупными посредниками, и нет безопасности для наших данных. Мы можем предоставить очень много данных. На самом деле, все, что мы делаем онлайн, монетизируется. Мы об этом не задумываемся, но существует огромный рынок. А BitClave дает возможность пользователям получить деньги за свои данные. Работать с этими данными не обязательно. Вы просто присылаете данные, которые хранятся на блокчейне. Это безопасно. И если вы решите выгрузить данные в систему, вы можете получить деньги за предоставленную вами информацию. С другой стороны, для предпринимателей это очень интересный способ усовершенствовать свой уровень конференции. Они могут получить прямой доступ к пользователям, могут выстроить отношения с определенными пользователями, и это является главной движущей силой для любой рекламной системы. Вы же не хотите рекламировать продукт всем. Вы хотите рекламировать его только для своего потребителя. В этом и заключается основное преимущество для предпринимателей. Приведите, пожалуйста, примеры, как это работает. Конечно. Допустим, если вы ищете сегодня что-то онлайн, вы используете для этого Google. И когда вы ищете какие-то предметы, Google предоставляет вам информацию для просмотра, и вы решаете, что вам нравится, а что нет. Записывающая система BitClave работает по тому же принципу. Вы ищете какие-то товары или услуги. Например, вы ищете новую машину. То, что вы покупаете новую машину, очень важно. Она была бы счастлива предоставить вам возможность купить машину у них. Сейчас они платят Google. В будущем они будут платить за это вам. Вы планируете потеснить один из самых крупных мировых рынков, который уже монополизировали такие гигантские корпорации, как Google и Facebook. Вы ожидаете противостояния с их стороны? Отличный вопрос. Конечно, мы сейчас находимся в опасной главе своей деятельности. Мы идем против лидеров индустрии в этом плане, Google и Facebook. Мы уверены, что можем разбавить этот рынок благодаря новым технологиям. Мы уверены, что через 5-10 лет мы дождемся времени, когда децентрализованная экономика станет реальностью. И уже сейчас Google и Facebook могут участвовать в этом. Так что наша структура не ставит целью занять место этих компаний. Мы просто хотим изменить этот рынок, и мы думаем, что с тем, как реклама может работать, Google и Facebook могут к нам присоединиться. Мне очень нравится эта идея. Мы знаем, что выбрали правильное направление для своей индустрии, и мы как можно быстрее ее построим. Как вы планируете обеспечить внедрение платформы для предпринимателей? Отличный вопрос. Мы уже провели переговоры со многими крупными предприятиями.
Мы строим партнерские отношения с разными магазинами розничной торговли и представителями других отраслей. Очевидное преимущество для предприятий помогает нам продвигать свое решение. Как только мы продвинемся с нашей первой версией, которая вскоре выйдет, и как только мы продвинемся с привлечением как можно большего числа пользователей, я думаю, все начнет развиваться очень быстро. Еще я хотел бы добавить, что мы строим сообщество, работающее с открытым исходным кодом, и все, что мы делаем, направлено именно на это. Поэтому мы ожидаем, что к нам присоединится очень быстро много людей. И мы видим, что предприятия уже хотят применить наше решение по причине его явного преимущества. У системы BitClave два основных компонента – анонимизированный регистр действий и обмен токенами. Пожалуйста, расскажите немного больше об этих функциях. Конечно, регистр действий – это место, где хранятся ваши данные. Вы общаетесь с системой и таким образом регистрируете свои действия. Позже вы что-то ищете и потом покупаете. Это ваши действия. Они хранятся анонимными. Они в безопасности. Никто, кроме вас, не может получить к ним доступ. Позже мы можем монетизировать эти данные для вас. Опять-таки, все будет анонимно, и никто не узнает ваше имя, и никто не сможет до вас добраться, если вы этого не хотите. Но когда вы ищете что-то, умный контракт, который будет частью системы или частью токена, запустит эту деятельность. Например, вы ищете новую машину, вы предоставляете данные. Есть представительский автосалон, у которого есть умный контракт, прописанный специально под него. Этот контракт говорит, что человек, похожий на вас, ищет машину. На этом этапе умный контракт вас соединит, и вам дадут на рассмотрение предложение. В этом и состоит связь между токеном и регистром деятельности. Вы собрали команду профессионалов из 20 инженеров и консультативного совета. Расскажите нам немного о своей команде. Конечно, очень хороший вопрос. У нас команда экспертов. Я сам по себе бывший гендиректор LG Electronics. Я проработал в сфере безопасности данных 20 лет, и о безопасности и конфиденциальности знаю много. Один из моих соучредителей — Патрик Тодд, он профессор Колумбийского университета. Мы с ним вместе много лет работали над проектами, мои компании тесно с ним сотрудничали. Также в нашей команде много отличных разработчиков и людей с прекрасным академическим образованием. Еще хочу выделить, что у нас одна из наилучших консультативных групп в Силиконовой долине. Нам повезло, что у нас есть люди с опытом работы в Yahoo, Microsoft, Sony. Еще есть люди, которые работали с блокчейном и в отрасли рекламы. Так что на данном этапе у нас просто отличная команда. Как нам известно, ваша предпродажа токенов была достаточно успешной, и ваше главное мероприятие запланировано на 15 сентября. Каковы ваши планы и ожидания? Отличный вопрос. У нас на самом деле были очень успешные предпродажи, которые длились где-то 48 часов. Мы достигли наших целей, и мы очень рады, что у нас есть все эти пользователи, которые будут очень рады увидеть, как работает наша экосистема. Наш следующий незамедлительный шаг — это сотрудничество с предприятиями и запуск альфа-версии нашего хранилища. Мы собираемся сделать это в сентябре, и я надеюсь, что люди начнут массово этим пользоваться, поймут, что это лучше, поскольку будут уверены, что в продукте эта их поддержка поможет нам перейти на следующий шаг. То есть на первичное размещение токенов в сентябре. Спасибо, Алекс. Отличный разговор получился. Что вы думаете о еще одном интервью для нас после успешного краудфандинга? Да, конечно. Мне было очень приятно разговаривать с вами. И я с удовольствием свяжусь с вами после интервью. Огромное спасибо, что дали нам интервью. Успехов вам и проекту BitClave. Надеемся, скоро с вами увидимся.